1922 году российский математик и геофизик Фридман выдвинул гипотезу о том, что Вселенная не остается неизменной во времени, а должна пульсировать, то есть расширяться и сжиматься. Он считал, что возможны случаи, когда радиус кривизны мира, начиная с некоторого значения, постоянно возрастает с течением времени. Далее возможны случаи, когда радиус кривизны меняется периодически. Вселенная сжимается в точку, в ничто, затем с новой точки доводит до радиуса своей, радиус свой до некоторого значения, далее опять уменьшая радиус своей кривизны, обращается в точку и так далее. Уравнения Фридмана показали, что Вселенная не может находиться в покое. А кто создает этот непокой Вселенной? Ведь Бог-то самодостаточен. Ему-то что колебаться? Все эти колебания исходят от нас, от человека. И, оказывается, это не просто бесполезные колебания, а очень важные и перспективные. За несколько тысячелетий до Фридмана Гераклит определил единство противоположностей своей блестящей формулы. Бытие и небытие есть одно и то же. Все есть и не есть одновременно. Сегодня установлено, что при достижении скорости света, расширяющейся Вселенной, звезды исчезают из поля зрения. Исчезнуть из поля зрения значит выйти за пределы физической реальности. А что это за горизонт, защищенный порогом скорости света? И есть ли что-нибудь за этим пределом? Последние факты космологических наблюдений показали, что наша Вселенная в 10 раз менее плотная, чем ей следовало быть, если бы она была закрытой системой. Это означает, что за пределом скорости света Вселенная тоже имеется как данность, но в другом, нематериальном состоянии. Это подтверждает сингулярность начала Вселенной, начало, которое не имеет конца, поскольку в самом себе содержит мега, макро и микропространство. Такое состояние обеспечивает единство сингулярной частицы со всеми возможными бесконечностями пространственно-временной эволюции. Вселенная во всех своих состояниях и проявлениях является кинематикой сингулярной причины, находящейся в вечном, непрерывном развитии. Физические проводники исходной кинематики – эфир, астрал и ментал – образуют ступенчатую субстанцию процесса физического становления материальной реальности, обычно называются элементарными. Но причина, по которой они так именуются, малопонятна и необоснована, поскольку на этих планах обитают существа, как стоящие ниже нашего по развитию, так и значительно превосходящие нас. Космос до краев наполнен самой разнообразной жизнью. Карл Саган в своем великом произведении «Космос» писал: «Космос – это все, что есть,
что когда-либо было и когда-нибудь будет. И именно это качество физической реальности приближает ее к сущности нашей души, духа и сознания, проявляющих подобные свойства в познании, наблюдении и управлении событиями жизни.